Всем привет, это прослушка. Сегодня слушаем все то, что я еще не успел прослушать. Ну, в принципе, и старого тут немного, в основном то, что выходило вот в эту пятницу, 13-е. Так, начнем с Big Baby Tape Balance. Я хотел прослушать, интересно было. А, ну ладно, с Федука хотел начать. Какой до этого был трек? Что-то похожее было, как будто бы. Я, наверное, больше не буду его слушать. Ну, типа, Big Baby Tape красавчик, конечно, но... Как-то не зашел мне этот бит. Федук готовит альбом. И альбом мутится с крем-содой. И только из-за этого, мне интересно, слышите, уже как круто. Чистому зло слушаем. Крутая тема. Мне кажется, крутая тема будет. Ну, весь альбом. Ну, первый сингл хорош. Так, ладно, идем дальше. Тимати. Я вряд ли буду слушать альбом. Но пару треков, наверное, давайте заценим все-таки. Это будет многоточие, наверное, и локоны. Я думаю, понятно вам, почему локоны. Кавер, типа, на скриптонита сейчас будет там. Будет ли тут какая-то отсылочка на многоточие? А, с Гуфом я же хотел прослушать. А, ладно. О май гад, что это было сейчас? Так, локоны. Вообще, есть какой-нибудь нормальный трек тут? Ладно, все. Вот последний шанс. Что возьму я с собой? Безлимитные деньги или вечная слава? В бане нет чинов, при пандемии тоже. Мы забываем часто, что мы все похожи. Запах женских духов, да простит меня Бог, что праведным стать. Я вспомнил этот трек. Я еще думаю, блин, как напоминает лабиринт. Ну, короче, чувак этот, продюсер, который писал музыку для Эйфории, и они этот трек светили, ну, когда-то там давным-давно выкладывали они видос, в общем. И все, вот он, оказывается. Не боюсь умереть, тебе расширяется комфортное пространство. Ладно. Не буду я слушать его, окей. Уже прослушан. Так, Локи Мин. Смоки Мо тоже представил альбом, но я, наверное, его, ну, запишу полностью прослушку. Возможно. Если интересно, в общем, пишите. Либо сам просто для себя послушаю все. Локи Мин представил альбом. Мне... Неинтересно его творчество. Он, конечно, вообще крут, как все говорят, там тудым-сюдым. Я все понимаю, вам заходит, но мне нет. И вот смотрю, ну давайте что-нибудь все-таки заценим, да? Какой-нибудь прорубь. Он такой в рок-звучание ушел, да, наверное? Такое чувство, как будто, ну, как-то не совпадает, не ложится голос и эта музыка, то, как он исполняет здесь, ну, что-то как-то, как будто не взаимодополнять друг друга должны. Вот, ну, делай вот в этом стиле. Все.
Окей. Гуф, муравей и Дина Раф. Снова нас расстроит пустяк. Скажи, почему глаза не блестят? Весь день пошел наперекосяк. Я осторожно свою бошку оторвал от подушки и тут же вспомнил Алешку, когда он играл в войнушку. Солнце возвращает мои мечты. Саунд хорош, но песня скучная. Так, Федук, Маяк. Поспокойнее тема, да? Ну, танцевать ты будем, нет? Ну, давай дроп уже. Ну, тот предыдущий бэнгер был бэнгер. Это такое. Ладно, вот трек. Трек, ради которого я, собственно, и снимаю прослушку, и который мне больше всего был интересен. Анакондас совместка с Кис-Кис. Трек называется «Сядь мне на лицо». Ура, 2020 год, мы пишем об этом песни. И не стесняемся этого, и даже называть так. Короче, давайте слушать. Вот кто может себя идеально комфортно чувствовать в таком музле, жанре, стиле, это Анакондас, Noize MC, ну, из рэперов, которые круто совмещают. И все, я пока больше никого не могу назвать. Вроде бы, ну, кто, напишите в комментариях. Только не пишите Лукимин. Я знаю все твои загоны, я знаю все твои повадки, не смущайся на стене иконы. Я тебя сыграю, Соя. Это мой парис для секса. Сядь мне на лицо. С Соя на это перешли мы, да? Анакондас шикарный вообще, красавцы, как всегда. Кис-кис, немного не понял там, не расслышал, но в принципе вообще идеальный, идеальный дуэт. Самый крутой это Эдлип или что, воздух, я не знаю как угодно, но я думаю вы поняли с чего я там ржал. Так, Noize MC, Voyager 1. Что-то серьезное, красивое нас сейчас ждет. Такие русские народные мотивы. Столько лет прошло, холод жжет груди, эй, земля, алоя, Voyager 1. Миллиарды верст, и сверхновых нет, среди старых звезд, вся как секонд-хенд. Внеземную жизнь через линзы слез, и звучит как нить, тишина в твоем ответе. Классно. Такой лайтовый Noize MC. Такое чувство, как будто я давно его таким не слышал. Исполнение такое. Классно, классно то, что он его меняет еще. Но не могу сказать, что напоминает. Так, ну и все, по-моему, я все, что хотел прослушать, прослушал. Все, что мне было интересно. Моргенштерн и Лил Памп. What the fuck? И это реально what the fuck? Нет, на самом деле все уже знали, ну догадывались. Кто-то не верил, как я, что это есть вообще этот фит. Вот, но в итоге
Вуаля, what the fuck. Давайте заценим. Слава, псов, круто. Это же типа Big Baby Tape. Тоже какой-то агрессивный тут. Вот Lil Pump здесь красавчик. Сейчас все объясню. Ну, во-первых, я молодой тупак. Это, ну, вот реально, what the fuck вообще. Как по мне, так это... какое-то даже оскорбление. И, ну, я не знаю. Типа, вспомнить молодого тупака и вообще то, что он писал. И ты, чувак, который пишешь и пердишь в бит, и ты говоришь то, что ты, это он молодой. Нет, мне кажется, ну, лично мне это вообще как-то строчка не вкатила. Раз. Во-вторых, я тут слышал Big Baby Tape. Зачем? Ты же можешь делать вообще иначе все. Ну, я как бы про Моргенштерна говорю. Он же реально может как-то иначе сделать подачу вообще другую, но он... И строчки тут, по-моему, похожие были, и я, может, что-то путаю, конечно. Ну, слышался тут прям вот именно Big Baby Tape. Ну, меня, короче, это особо не впечатлило. И как будто бы он вот... Давайте еще раз прослушаю. Саму подачу бы поменял немного. Ну, вот это агрессивный такой флоу можно было сменить. Вот Lil Pump что сделал. Он зашел на лайте, добавил агрессии, съехал обратно и опять же добил. Короче, ну, как по мне, Lil Pump здесь вообще красиво сделал. Из-за... Что-то, короче, и сам припев, и этот агрессивный флоу как-то меня наоборот оттолкнул. Возможно, это все придирки, но что-то как-то этот... Лично мне не вкатило. По биту. Все нормально. Типа, ну, учитывая то, что делает Lil Pump, и то, что вообще в тренде, и то это было, мне кажется, раньше больше в тренде, чем сейчас. Но, в принципе, норм. Все, я все сказал. Пика выпустил альбом. Вряд ли у меня тоже соберет это прослушка. Короче, все. Все на этом, ребят. Я уже не знаю. Мне кажется, я все вроде прослушал. Давайте быстренько пробежимся по музыке. Я вспомнил еще один трек. Кристель и Райда, по-моему. Кристель классная девчонка. Классно поет. А, еще Каптаун. Так классно на русском слушать. Ну-ка, Райда. Классный, Райда тут вообще нормально вписался. Ну, за то, что голос, может, так он изменил. Но звучит прям вот идеально. Вот, все, последний трек. Джани Натас и Каптаун, воу. Мне кажется, будет, конечно, непонятно мне немного. Ну, посмотрим. Классный бит.
напоминающий простенький припев. Класс. Фух, все на этом. Как вам реакция? Пишите в комментариях, какие треки я забыл прослушать. Хотя вряд ли я что-то забыл. Ну, то, что мне было интересно, в принципе, я заценил. Но, возможно, я реально кого-то пропустил. Так что пишите в комментариях. Советуйте кого-нибудь прослушать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Пока. Check it out.